Июль оказался не только самым жарким месяцем, но и самым непредсказуемым. На первую половину месяца пришлась аномальная жара, а вот на вторую – локальные ливневые дожди. К сожалению, на данный момент количество осадков не доходит до предполагаемых 70 мм. Всего за летний период на территорию Татарстана пришлось около 35-40 мм. В настоящее время погода нашего региона определяется барическим гребнем. Что же это такое? Это область повышенного давления. Именно поэтому в настоящее время к нам закачивается такой теплый и сухой воздух с южными потоками. Именно поэтому температура в настоящее время выросла и превысила климатическую норму. И таким образом в ближайшие дни у нас температура продолжит расти и ожидаются во второй половине недели температуры выше 30-градусной отметки. Специалисты говорят, что высоких температур не было с 2011 года. Тогда максимальная температура воздуха достигала 38 градусов. Однако такие резкие перепады существенно влияют не только на самочувствие местных жителей, но и приезжающих гостей. Больше всего подвержены последствиям от существенной смены погоды метеозависимые, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые. Те осадки, которые мы наблюдали в последние дни, были связаны с локальной неустойчивостью в атмосфере. Так и в ближайшие дни, несмотря на властвующий антициклон, то есть гребень, по сути дела, мы также будем ощущать на себе осадки. Осадки будут локальными. Таким образом, это кратковременные ливневые осадки, местами грозы. Для того, чтобы стойко перенести скачки температур и поддерживать свое состояние, эксперты рекомендуют соблюдать водный баланс и использовать солнцезащитный крем. Кроме того, в выборе одежды стоит отдавать предпочтение легким материалам – льну и хлопку, светлым тонам и головным уборам. Из-за опасных погодных условий в Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные грозы и аномальная жара в плюс 35 градусов. Но синоптики утверждают, что в августе погода стабилизируется. Однако прогнозы верны лишь на 40%. Поэтому не исключено, что следующий месяц обещает быть дождливым. Маргарита Загвоздина, Универ Ньюс.